ты ж, бог ты мой! Ты бесконечная такая! Ой! Ух ты! Вытащи! Вот это! Влетели в наледь. Я смотрю, какой крокодос! Давай, дорогой, расти большой! Идет-то так тяжело. Видишь, он на мордочке. Да-да-да, слушай, интересно, расцвет. Самец. Вот это наливище. Ох ты мой. Огромный налив. Вот прогорел наш костер. Смотрите, какая высота нашего снега. Больше полуметра, сантиметров 80. Просто. Вот. Ого. Там уже до земли. Ну что, первый, единственный флажок за сегодняшний день у нас. Надо его прочистить. Я продолбил. А тут льда столько. Ночью. Ух ты, как тянет. Хорошо тянет, ребят. Сейчас мы быстренько так его, чтобы он мог куда вылезти. А то как не вылезет. И будем тогда. О, жерлицу хорошо тянет. Крючочек подготовим. Крючочек. Ну что, с Богом, дергает. Ух ты. Давайте. О. Трещит как. Неужели щука? Налимчик. Налимчик такой хороший. Хороший шустрячок. Ух, красавчик. Поймали сегодня первого налимчика. Просто великолепно. Великолепно. Рыбалка начинается. Достанем щипчики. Что у нас тут? Не шибко глубоко. Не шибко. Снимаем перчаточку сейчас. Его быстренько. Достанем крючок. Так. Все, крючочек достали. Такой красавчик, килограмма на 2,5, почти около 3. Ну вот, третья жерлица. Две пустые размотки были. Сейчас мы сюда жваненько. Это луночка такая хорошая, рабочая. Соответственно, и живца сюда тоже надо. Отборного. Так. Аккуратненько ему. Продели. И отпускаем водичку. Так, уже эта лунка какой раз приносит добычу. Так. Раз, два, три, четыре. Готово. Идемте дальше проверять. Так, прочистил я луночку, хотел проверить наличие живца, а тут сидит и
даже не разложил флажок. Что-то такое. Ух ты. Маленький шустренький налимчик. Маленький шустренький налимчик. Ну что вы тут попадаетесь так? А ну показывай. Зачем ты вот... Ну, в принципе, вытащить можно. Без вреда. Тихо. Дай рот. Вот так. Ну, практически ничего не повредил ему. Давай, друг. Давай. С Богом, пока не обмерз. Плыви. Красавчик. Ну вот. За все время мы поймали и отпустили уже 4 налимов. А сюда мы посадим. Может, другого живца. И пусть покрупнее приходят. Ну, там еще 2 килограмма минимум нормально. А вот такие вот мелочевки. Неинтересно. Так. Выставили. Ну вот, пусть теперь клюет. Ловится налимчик. Чуть-чуть повыше поставим. Может, щучка подойдет. Так. Ножницы чуть не потерял. Вперед дальше. Проверка жерлицы. Так, друзья. Еще у нас одна полная размоточка. Аж даже флажок вырвало. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Сначала надо продолбить. Продолбить. А, ну она не сильно промерзла, это хорошо. Посмотрим. Ух ты. Вот это да. Ой-ой-ой. Идет. Налимчик, наверное. Ух ты, сколько ж тут этой лески-то. Такой. Ой. Такой вот налимчик. Это наш. Это наш налимчик. Такого мы возьмем домой. Все отлично. Ну, наконец-таки хоть сработала эта жерлица. То я думал, просто так стоит. Вот, все отлично. Они... Прям один в один. Прям один в один. Опа. Давай туда. Погнали. Сейчас катушечку смотаем. Так, катушечку мы будем мотать вот в эту сторону. Блин, какой день, классно. Ух ты. Красавчик. Еще пару деньков. Порыбачим и поедем домой. Сегодня Аннушка приедет. Поеду ее встречать. 100 километров сгоняю. Где леска? Сгоняю за ней. Вот, и пусть стоит. Видишь еще? Ой! Ух ты! Ничего себе! Вот это тут налить. Вот это тут налить.
я провалился. Обалдеть. Как говорится, о-хо-хо. Наледь здесь кругом. Воды. Вроде бы с виду нормально, но на самом деле наледь. Вот и обеденный клев. Обеденный клев. Есть, отлично, идет хорошо, налимчик, как он размотал. Ой-ой-ой, что там творится? Он хвостом, блин, крокодил, хвостом полез. Вот это да, вот это да. Привет, привет, налимас. Ух ты, хвостом. Первый раз вижу, прям хвостом так вылез. Вот это да, красавчик. Недолго, но заглотил хорошо, так что придется его забирать с собой. Сголодал. Ну вот, налим поймали. Может, пойдет клев. Так, друзья, у нас очередная сработочка. И походу кто-то сидит. Ух ты! Налимчик сидит. Налимчик сидит. Идет. Идет. Ух ты, ух. Блин. Зашел. Щука. Карабин разогнула, бля. Аккуратно, разок дернула и все. Что за карабин такой? На 25 килограмм выдерживает. Ловись, рыбка большая и маленькая. На самоловку словилась. Вот такая. И что-то не стало, что ли? Такое, друзья. Ух ты. Такое. Серьезненькое, друзья. Ох ты ж, бог ты мой. Да бесконечная такая. Красоточка. Ух ты. Вот это да. Попалась. Вот такая, друзья, щучка. Красотка. Ух, я думал, сегодня вообще ничего не будет. Ну вот. Это 4 килограмма щучка. Отменная такая. Красавица. Привет, дорогая. Вальдемар, кто-то есть? Меленький. Я прочищаю за Вальдемаром луки с утра. Вот, меленькая, но друзья есть. Есть, есть, есть. А может и побольше? А может и побольше. Не, ну маленький. Но вообще тут глубина очень большая, поэтому вообще она тоже могла ослабнуть. Давайте посмотрим, что у вас там есть. За лед зацепилась. Что такое? Опа, это щука! Это щука! Это щуренок! И это хороший щуренок! Поздравляю! Ну что, а с почином меня? С почином. Я вчера приехала! И сразу щуку вытащила! И сразу щуку вытащила! Ну ты, блин, даешь! Я же говорю, сейчас Аня приедет, и рыба пойдет крупная! Ну не крупная, но мальчишка вон хороший, да? Да, точно! Ну что, пожаримся? Это точно. Пожаримся. Да, без проблем. Пожаримся. Ну вот, дождались. Так, доброе утро. Рыбачку дождались. Доброе утро, доброе утро. Непогода. Так, флажки начинают срабатывать.
разбил аж всю жерлицу. И сидит такое. Ух, чувствую, тяжелое. Прям тяжелое, друзья. Лишь бы хорошо схватило. Поменьше, но очень большой. А, палец отпусти. Блин, красавчики. Обеденный ход на лимов пошел. Это прекрасно. Это где-то 3,5 килограмма. Ух, классно. Прям настроение хорошее становится. Рыбацкое. А то уж думал, рыба иссякла. Активность щуки или налима или окуня. Тяжеленькая. Ой-ой-ой, а лунка не пробита. Ух ты, дергает. Это да. Хорошая идет, друзья. Ой-ой-ой. Ничего себе. Вот это да. Не тяни, Василич, потихонечку. Потихонечку. Она уже вот на подходе. О, я ее цепанул. Это налим. Блин, а он в лунку не лезет. Потому что кое-кто не пробил лунку. О, вот это да! Вот это да! Ничего себе голова! Вот это да! О, какой хороший! Да здоровый такой! Ох, какой он здоровый! Вот это да! Змей! Змей! Налим Никодим. Вот это 4,5 килограмма. Вообще классненько. Фу, блин, думал оторвет. Хорошо. Отлично. Прям просто так. Я так налима еще никогда не тянул. Чтоб вот так вот. Обычно идет, ползет спокойненько. А тут сопротивляется. Не хочет лезть. Ого-го. Вот это да. Я уж думал, может, щука. Вроде бы время обеда. Надо бы. Пора и щучки честь знать. А, но налимчик. Налимчик. Хорошенький. Как это? Прям как у Анечки. Зря она не пошла. Такого хорошенького, зачетненького вытянуть. Ну вот сейчас поменяем жерлицу. Ой, живца. Да? Красавчик. Красавчик. И все. Говорят, чтобы печень у налима была, вот так вот чуть-чуть вот ему, чтобы он разозлился. Так вот сделать. Да? Ну вот, глядишь, и к обеду может еще вытянется. Такой вот хороший. Я бы так сказал, на сегодняшний день это очень трофейный налим. Такой вот.
неплохих размеров. Неплохих. Проверяю очередную жерлицу. Я чувствую, что-то здесь такое сидит. Ох, а лунка-то вся замерзла. Опа! Вот это да, тяжесть. Прям великолепно. Ощущение, конечно, приятное. Налимчик. Иди сюда, хорошенький. Вот такой вот красавчик. А ты глянь, ты отталкиваешься, еще и пальцы хочешь укусить. Ну вот, налимчик есть. Щучка, налимчик, щучка, налимчик. Все вперед. Так, ну пойдемте дальше проверять. Проверять жерлицы. И смотрим, такая картина. Жерлица практически утонула. Вот. Еще немножко дернула бы ее. И все. Ложок где-то в стороне. Размотка полная. О, и там сидит еще кто-то. Сейчас мы его... Наледи вон сколько. Наледи полно. Ну что, будем пробовать. Ух ты. Ух ты. Тянет. Да так активненько тянет. Ой-ой. Главное не торопиться. Главное не торопиться. Единственная щука. Радость за весь день. Налимчик. Какой он шустренький. Вот такой налимчик. Шустрячок. Вот такой вот сегодня у нас трофей. Колесиком. С добрым утром. Колесиком, с добрым утром. Вот. Так-то. Вот такой вот. Вот такая вот у нас веселуха. Так, ну что, налимчик. Будем тебя доставать. Пью, пью, пью. Мы опять вечером. Ричи, проверяем. Тут кто-то есть. Нам водолаз нацепил. Честно? Водолазик вам нацепили. Да, проверяем. Я ж позвонил, чтобы пришли. Рыба неактивная. Только можно по этой. Проверяя жерлицу кого-то тут добыть. Но тут, между прочим, кстати, эта щука должна быть. Налимасик. Налимчик. Отлично. Килограммчик? Да не, поболее. Поболее? Ну, поболее. Нормально. Привет, печенка. Печенка. Колечко, колбасик. Ну все. Ричи, смотри, только в лунку не прыгни. Вот, печенка. Оттуда не выпрыгнуть. А? Да я Ричику говорю, чтоб не прыгнул. Сейчас этот, обратно к водолазу. Опять волшебная? Опять волшебная, да? Да, она не разложилась. Я подошел трогать, а она... А что там такое? Вообще, она не лезет. Налим, наверное, нет. Все, ушел. Щучка. 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 Пик, 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 пик. О, какая щучка. Пик, пик, пик. Щучка хорошо взялась. Такая не уйдет. Фиолетовая вся. Так. Видишь, у него мордочки. Да, да, да. Слушай, интересная расцветка. Самец. Не, мне кажется, девочка все равно. Да? Ну не важно. Ну да, все равно будет котлета. Вторая щучка за весь день. Рича, принимать приемку будешь? Рыбы. Да, Ричка, рыбку. Принимай рыбу. Где рыба? Где батя рыбу споймал? Да не тут. Вон. Где рыба? На рыбку. Кушай рыбку. На. Даша.
Вот я так еще... надо кто ловить. Там? Кто там, Ричи? Кто там? Кто там? Ой-ой-ой. Мы рыбаки? Рыбаки. Ну, пойдемте, семья рыбаков. Пойдемте. У нас еще дальний кордон. И ушли они в закат. Очищаем снегоход от наледи. Влетели в наледь, чтобы, а вечером будет мороз, чтобы это все не замерзло. Анечка нежненько молоточком. Вообще вещь, между прочим. А то, чем мы только не пробовали, и лопаткой, да, ой, да. Точнее шумовкой. Очищает свой снегоход от льда. Маленький он, у него, ну, весистый и хорошо колотит. Вот, в общем, занимаемся. Да. Рыбалки нету, надо по хозяйству. Да. По крайней мере, это тоже полезная вещь. Так, решили мы посидеть чуть-чуть возле костерка. Хоть один раз за все время. Чаек сделаешь, Анют? А? Чаек сделаешь? Что сделаешь? Чаек, говорю, сделаешь? Да. То прям жажда, пить хочется. Все-таки сделал, да? Мастер. Мастер пометить места. Дымок пошел. Какой дымок пошел. Завершается. Хороший. Ты же рыбак? Рыбак. Рыбаки где должны быть? В компании. Со всеми. О. Греться возле костерка. Да? А как так? Ричи не с нами возле костерка. Посидеть. Сегодня тишина такая. Вечер. Слава богу, ветра нету, снега нету, мороза нету. Проводы глухозимие. И начинается через пару деньков весна, да? Да, мой хороший? Да, мой хороший. Хороший ты мой. Ты хороший. Витька хороший. Хороший рыбак. Хороший рыбак. Такой хороший рыбак. Рыбачок такой. Скажи, я с вами везде в тайге и за таежными делами. Скажи, какой это мопс ездит так далеко на снегоходе, да? Хотел вступить в сугроб, а там, представляешь, выше колена. И сразу в сугроб. Нырнул, да. Сразу в сапог насыпал.
штаны же не заправил. Странно, всегда заправляю, а тут сегодня я что-то решил полентяйничать. Ой, как... А? Весна? Весна внутри, весна везде, весна в душе, потому что я весенний. Хорошо. Так бы сидел бы на берегу прекрасного озера. Ну да, запланировано все. Да, но я разбирал, и там как бы мало было, там смысла не было. Честно, я и думал, что-то вроде это. А сейчас просто на алюминиевом берите. А, нет, тяги, да, я его не вышвыриваю. Когда оно шает, там много нарастает этого нагара, а когда сильно огонь, он прожигается. Прожигается, и ее это вышвыривает. Крученая, прикольно, мне вот понравилось. Жеваная. Ну да, мы его обозвали жеваным. Слушай, там, кстати, более черный хлеб. Ты какой хлеб? Да, я, в принципе, без разницы. Пока мы тут, да. Наливай, наливай, открывай. Меня костер, Вальдемар говорит, слушай, это говорит, а что, дым-то, ты что, не прячешься? Вышибло вообще напрочь. И, короче, утром уже все, вот прямо вот эта ломка, вот это все. И, слушай, я... Крупа называется 4 злака. Она в пачках знаю, такие. Поняла, поняла. Или в этих... В пачках есть, а есть полиэтиленовые. Ага. 34 рубля в монетке. Она самая вкусная. Там не просто гирку. Да? А что, за проводы зимы? За проводы глухозимья. Давайте. За проводы глухозимья. Да. Потому что через денек-другой наступает весна. Какой и сюда день? Придет весна. А, ну да, слушай, кстати, уже 20. Небольшой перекур перед заплывами на жерлицы. Рыбалки нету. Так вот, сидим. Получаем витамин D. Да. В тени. На солнышке. Отдыхаем. Речи, смотри, в какой мимикрии окрас индейца. Ну, вот да, зайца точно. Заделался. Уйди, боже мой. Ты не замерз, Ричик? Не замерз. Ты вымешаешь охотиться кто-то. Да. Тут у нас совещание. Сегодня будет совещание снегоходчиков. Там совещание с окунями, но окунь на совещание не пришел. Просто. Собрание объявлено. Виновников нет, да? Угу. Ух ты! Мотает, мотает. Быстрее, быстрее, быстрее. Снимай, снимай. Смотри, как мотает. Убегает от нас. Наверное, напугался. Подсекает, да? Полная. Здоровно, очень тяжелый. А мне что-то... Щучка. Налимчик. О, какой. Какой налимчик. Красавчик. Быстрее скажи, да, Ричи? Ричи, быстрее, быстрее снимай его. Ричи, где рыба? Да, Ричи их боится.